Решение суда осталось без изменений. Инициатор страшного ДТП в Петропавловске, в котором погибли два человека, решил обжаловать приговор, посчитав его слишком суровым. Напомним, ночью 30 октября на улице Ленинградская в краевом центре 36-летний водитель BMW X5 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в машину такси Toyota Corolla. В результате аварии два пассажира Corolla, мужчина и женщина 33 лет, получили серьезные травмы и скончались в реанимации краевой больницы. Водитель BMW отказался проходить алкотест. 1 ноября суд Петропавловска избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, мотивировав решение тем, что мужчина может скрыться от следствия, имеет непогашенные административные правонарушения в области безопасности дорожного движения, 18 из которых за нарушение скорости. Однако, посчитав, что такая мера пресечения для него слишком сурова и от следствия он скрываться не намерен, подозреваемый обжаловал это решение в вышестоящий суд, который 11 ноября решение суда первой инстанции оставил без изменения. В настоящее время водителю BMW X5 предъявлено обвинение. Его действия переквалифицированы на пункт А части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. Санкция этой статьи не предусматривает альтернативных наказаний, кроме лишения свободы.